давайте мы все сами пройдем через выбор. Очень познавательная вещь. Что вы можете? Что может ваша команда? Что каждый из вас вот здесь из себя представляет? Ну и вот здесь, наверное. Хорошая проверка. Все на выборы. Надо бросать те деревянные игрушки, которые выдали вам ваши старшие товарищи, причем эти игрушки прибиты к полу. И это первый тезис, мы его обсудим. Второй тезис. Все на выборы. И третий тезис, который я сегодня хочу обсудить, это все, ну там, не все, а после выборов идти в исполнительную власть.